когда среди шума городского вдруг прорываются звуки уличных музыкантов, ты такой думаешь: о, это радио кто-то включил в машине громко. А нет, нет, это из соседнего дома. Окна нараспашку. Нет? И ноги такие сами собой идут на звук. А дальше ты останавливаешься или проходишь мимо. Вот меня остановила музыка, как потом оказалось, эстонского инструмента. И я разговорил. Это гусли. Это гусли, кантели, не эстонцы? Кантели, канель, гусли, это одно и то же. Ну и короче, я выучил песню эстонскую. Я ее выучил, чтобы заработать на улице. А, то есть ты играешь на улице? Да, да, то есть я уличный музыкант. Я буду искать место, где ее спеть. Желательно необычно, я еще ищу музыкантов, которые могут мне помочь это сделать. Вот. Слушай, но на самом деле мы можем оказать тебе какую-то помощь. Когда ты собираешься петь? Сегодня? Вообще планировал... Или нет? Да. Сегодня. Завтра, когда потеплее будет. Да, когда потеплее. У меня девушка, она поет эстонский народный тоже, может петь. Вот так вот раз и собралась команда музыкантов. Шел, растопырив уши, и нашел единомышленников. Шансы провести эксперименты с зарабатыванием на ужин на 5 баллов повышаются.